Ivan Konstantinowitsch Eversowski eto ruski hudozhnik romantiki. V Rossii on ochen znamenitoj. To, što on pri nadležit, ka veličajših hudozhnikov svojevo vremeni, znajut ne ochen mnogije evropejcoj. Ivan родился 27 июля 1817 года в Феодосии на Крымском полуострове. Его родители – армянские купцы. Уже в детстве Эвазовский доказывает его талант, и друзья семьи способствуют его. Кроме того, он также способствует городским командантам города Феодосии, и когда он был передан в Симферополь, он взял Эвазовского с собой. Оттуда он отправился в Москву. Там он познакомился с художником Александром Орлениным. С его помощью Эвазовский получил успешное разрешение царя Николая I. Посещать Русскую академию искусства в Санкт-Петербурге. 23 августа 1833 года Эвазовский стал студентом Максима Никифоровича Воробьева. Позднее он познакомился с русским адмиралом Константином Николаевичем. С ним он мог поехать в Финляндию в 1836 году. В 1839 году Эвазовский получает щедрую путешественную стипендию от царя. О Берлине, Дрездене, Вене, Триесте, Венеции и Флоренции он может путешествовать в Рим с целью изучения древних мастеров. Из Рима он отправится в Париж в 1842 году, чтобы сделать выставку. Год позже он вернулся в Рим. Он написал картину «Неаполитанский залив». В 1842 году он написал «Неаполитанский залив в Луном». Эвазовский также посетил Лондон и в Лиссабоне, и в Мадриде возвращался в Рим. В 1844 году он посетил Амстердам и, наконец, заканчивает свое путешествие, вернувшись обратно в Санкт-Петербург. На его 30-й день рождения Эвазовский получает титул «Профессор». Он дал себе построить виллу и поселился там. Так он написал среди других картин. Гаван Ревелья. Рига Меркурий. Синопья ночь после битвы. Северное море шторм. В то же время Эвазовский делал небольшие поездки и делал в многих местах крупные выставки. На его 10-й день рождения в 1887 году Эвазовский назначен почетным членом Санкт-Петербургской академии искусства и получает золотой медаль.
в это время он создал более, чем 4 тысячи изображений. 5 мая 1900 года Айвазовский умер в своей мастерской в возрасте почти 83 года. В то время, когда он написал свою последнюю картину «Взрыв судна». Айвазовский – художник моря и романтики. Изображения имеют огромные размеры. Их размер несколько квадратных метров. Айвазовский имеет мастерский реалистической живописи. Его работы в диапазоне от спокойной морской пейзажи заходов солнца до лунных ночей. Но чаще можно найти жестокие стороны моря. Он пишет гигантские бури моря, потопив корабли и феноменальные морские сражения. Он был официальным художником русского флота и должен был писать реалистичную морскую войну, как, например, битва Синопия. Айвазовский никогда не был на месте и получил доклады очевидцев, как вещи случились. Он много смотрел на детали кораблей и моря. С непревзойденной точности он написал воду, как никакой другой художник перед ним, не используя эскузы. Особенно следует отметить 9 бал. Вольна. Корабль Мария в шторме. Он слушал отчет об Антарктике и написал это. После поездки в Америку в 1893 году Айвазовский написал картину «Ниагарский водопад», о котором он был особенно очарован. С картиной моря в том смысле пейзажная живописа Айвазовского выполнена художественный идеал романтики. Люди играют в его работах подчиненную роль. Они беспомощны во власти природных сил. В каждой из его картин Айвазовский занимается водой и светом. Но он часто говорит о религиозных темах, как, например, потопе. Творение мира. В прошлое время художник был известен во всей Европе, но это изменилось с течением времени. Хотя Айвазовский написал 1000 изображений, он сегодня в Центральной Европе, а тот минует на задний план. Книгами и выставками художник Моя снова должен стать известным.